Сборка белоснежной ели очень проста. Подставка, ствол и ветки. В завершение сборки устанавливаем макушку. Особенность этой елки – искрящаяся и как бы переливающаяся на морозе хвоя. Такой эффект достигается с помощью голографической пленки ПВХ при изготовлении елки. Силуэт елки классической формы. Хвоя по-настоящему белый, без присутствия желтых и серых оттенков.